второй день ивента, да? Говорите, спелый в музее. Плохо не клади, вора в грех не вводи. Поехали. Краеведческий музей. Жесть, Клишарк, ты где золотую капу взял? Сегодня что, день золотой капы? Блин, у меня обычная. За саб-гифты? На хайповозе, что ли? Они изменили хайповоз? Ничего себе. Они не меняли его годами. Ого. А мне что не дали? お聞きしたいのですが、この仕事は好きですか? А кто не любит легкие деньги? どこが気に入ったんですか? いえ、何でもありません。 それが普通の反応だと、あ、世間話はこのくらいにして、今回あなたを探していたのは窃盗事件の進展について話したかったからなんです。あ、моя золотая тоже、ну ладно。まずは見せたいものがあります。Но это странно。総合館が開放されて以来、シルバーメインと遅延は。Вообще, кстати, Golden Cup это очень старый мем с Твича. Буквально в 2013-2014 годах еще. Люди в чате ежедневно там иногда делали Golden Cup чек. Потому что ходил миф, что золотую капу выдавали просто рандомному зрителю, рандомным там какому-то проценту Твича, и вот ему надо было ее чекать. Вдруг тебе выдали. マース、プリヴェット。言葉だけでは少し抽象的かもしれませんが、できるだけ分かりやすく説明しますね。その彫刻は多数の歯車と機械部品を組み合わせて作られたもので、人の背丈ほどの高さがあり、一人や二人では持ち上げられないほどの重量があります。 Грей Фокс Хаунд. Я без понятия, существует ли гайд с билдами. У меня все гайды в голове. Тебе советуют разное на разных сайтах, потому что персонаж очень вариативный. Собраться может в разные вещи. Самое бюджетное — это охотник пшеницы или вор метеора. そして生産を行ってきた工業精神を象徴しているからです。歯車と知恵がなければ工業館は魂の半分を失ったと言っても過言ではないかと。一般公開するためにも絶対に彫刻を取り戻さなければなりません。Не, тип-топ, они мне просто так подарили, потому что я стримил Рунтеру. И все. Это даже была никакая там не партнерская интеграция, ничего. Просто подарили, потому что я стримил их игру с первых дней, потому что она мне понравилась. Ну, такие риоты прикольные. Ну, вообще, вроде как, это КМ русский делал. Типа. Леша. Алексей. Ну, больше такого не подарят, потому что я думаю... Хотя не, наверное, есть еще что-то в России, вроде рёты работают. Где будем искать?どうやらまた仮想部に行く必要があるようです。歯車と知恵は最初の設計から完成までに約20年の歳月を費やしています。 これだけ心血が注がれた作品、あなたを探しに来る前、ちょうど仮想部の機械集落で窃盗団に関する手がかりが見つかったと報告がありました。準備ができましたら一緒に機械集落に行きましょう。
Это именно их основной канал, а не Riot Games.ru. Ну вот, через него как-то, да, дарили. Вот так вот. Было время. Хорошее было время. Скоро, кстати, в TFT пойдем играть, я думаю, когда оно выйдет. Кстати, Holy Shark, ты тут еще? Я думаю, в Diablo пойду попозже. Можно будет, наверное, даже на хардкорчике побегать вместе. Клара. Не особо до конца понимаю, волку стоит под 100 собирать шанс попадания или 70 плюс будет достаточно, около сотки лучше. Мне показалось, что 60. Ну вот у меня 60. Один, и мне чутка маловато. Но я бы в, не в мейн стате искал, а в сабстатах просто, скорее всего. Ну, опять же, как заролится. Дарорикс. Ты знаешь, что у Тостера случилось? У него там свет вырубил и нет, или что такое? Что-то он не смог 24-часовой стрим добить, я так понял.最近集落で何かあったようなので、近くに住む皆さんに話を聞いていたんです。何かあった？最近、まるで集団で故障したみたいに、集落のロボットたちの様子がおかしくなって、問題が起きたロボットたちはあちこち動き回って、テントの中に侵入したり、皆さんの持ち物を壊してしまったり、たくさん。 Что говорит Сиварога? Кажется, им пригодится наша помощь. Если у друида ветка в превращение в фурии, да, он может быть волком или медведем. Но у неё仮想部には他にも調査を手伝ってくれている方たちがいますので、それに元々何の心当たりもない状態でしたから、あなたが遭遇したトラブルを解決できれば時間の無駄にもなりません。ありがとうございます。どうやって暴走したロボットに近づ、はい、市民の問題解決を助けるのがシルバーメインの責務ですから。あ、もちろんです。 Броню в саппорт беру те, у кого зелени в четвертом слоте. В целом это, по-моему, нормальный план. Не, они напали на нас. Я вот не беру. То есть от волка я делал. У меня сейчас 2-2, пшеница плюс пробитие. Только выбью фулл сет пробития, буду в него одевать. Если только нормальные куски выпадут. Если нет, то поищу нормальные куски пшеницы. Опять же, во вторник или в среду у нас World Bosses со 100% шансом на 2 леги. Побыстрее бым. ずいぶん攻撃的でしたね。いえ、きっと故障が原因で。その、ごめんね。これは、このパーツ、もともとロボットについていたもの。あ、クララさん。あ、もちろんです。間違いありません。 この パーツは 歯車と知恵から取り外されたものです。私も自分の目を疑いましたが、見間違えるはずがありません。なるほど。シルバーメインと遅延が長い時間、あれほど目立つ彫刻であれば、どこに置いても人の目についてしまう。それでも、こうしてボロが出てしまいましたが、おそらく彼らはパーツがロボットのシステムと反発して騒ぎになるなん、つまり。 Ну да, действительно, давайте запихнем в робота другую железяк. Ну вообще, в целом, если в корпусе есть свободное место, может, они и не должны были сломаться, но...
Одним выстрелом двух зайцев. Как тебе этот ивент? Ну, неплох в плане количества наград, а так в целом... Ну, скучно, конечно. Я бы лучше какой-то боевой интересный сделал. В принципе, там был довольно неплохой боевой, где враги были сильными, и надо было совместными усилиями в бете был, да? Пробивать там x10 полосок хп. Привет, я новенький, нравятся ролики на ютубе. Спасибо, добро пожаловать. Цунт курьяцу. Как работает пассивка теню, доп, электрический урон. Собираешься играть на теню. Надо бы. Я все никак вообще не доберусь до продолжения мини-обзоров персонажей. Ну как, ты кидаешь на другого перса ешку, и вроде как одна атака этого перса за цикл. Я сам не проверял, по-моему, только основной сам ход наносит дополнительный электрический урон при атаке. При этом этот дополнительный электрический урон даже никак в пробитие не идет, что грустно, по-моему. Вроде не должен. Ну и сама Тиньюнь тоже, пока этот баф работает, наносит больше урона. Ну как-то так, вроде. Вроде все довольно просто. На 60-м точно шанс на эпик ресурс выше? Не знаю. Я вам говорил на 50-м фармить следы, я не знаю, чего. Нахера вы 60-го ждали? Видел, когда Аня под ешкой или если снимал электроуязвимость, если там не было ветра, но... Ну, не, ну это, ну может быть. Мне почему-то казалось, что не вносит. Может, потому что я в основном бил по врагам, на которых нету электроуязвимости, не знаю. Привет, дьявол, гарантируешь, что не кинут? Здорово, это сайт стримера. Он, ну... Стримит давно, и все стримеры дорожат своей репутацией, так что да. Если ты сделаешь все правильно и по инструкции, тебе подарят или на аккаунт, или дадут тебе ключ. Насколько я помню, там к американским версиям вроде они продают ключ. Обязательно искать все детали. あなたの言いたいことも分かりますが、分かりました。妥協しましょう。歯車と知恵の部品の数は驚くほど多いので、新たに組み立てられるだけの量を集めて、足りない部分のパーツやさえ、この件は絶対に秘密にしてください。クララ、あ、はい、クララ。 Будет защищать эту тайну. Соберите все детали скульптуры. Идея должен быть выше на 60, ну процентов на 10, скорее всего. О, вот в этого дофига деталей запихали, наверное. Шепот не поможет, робот все равно нас обнаружит. Гризери. Чинить. Вас обнаружил противник. Можешь подсказать, как пройти испытание событий Серебряного Волка, третий этап, там рядом с дверью стоит неубиваемый конь. Там тебе в обучении должны были говорить, тебе нужно их ослабить, тебе нужно найти специальное граффити, на котором написано один, то есть типа первый левел. Находишь, фоткаешь, и босс становится слабеньким. Вот все. Спасите,
Твоих видосах с Ютуба закончил школу. Жесть. И это прикольно. Я вроде не учитель, чтобы на моих видосах школу заканчивать. Но если я хоть чем-то помог, это здорово. Ладно. И Брайв, привет. Продолжим чинить роботов. Блин, я все еще не убрал... А, или убрали бы код какой-то, да, нерабочий. Сварогу-сан. そういえばまだお会いしたことがありませんでしたね. いえ、そんなことありません。最近のスバローグはとても有効的で。 19. Наведайтесь к Сивороге. Сиворога. Какие-то битвы роботов. Клара, окаэри. Соцсилио кенсакчу. Пелагея Сергеевна. Пелагея Сергеевна. Сильвармейн. Хажимемаште, Сварогу-сан. А, Клара-о-нэй-чан га каэтте-кита. Клара-о-нэй-чан. Конничива. Втори тому... この 2人 の子供は怪しいパーツを見つけ、それを私に届けることで賞賛と引き換えようとした。しかし、これらのパーツの出所は不明で。実用的価値がないパーツ？もちろん、好きに。 やっぱりこれも歯車と知恵から取り外されたパーツです。 Дети нашли гораздо больше деталей, чем мы. Хэш-гэгэшка высокая. Тебя голос взрослый. Поздравляю, Риша, привет. Здравствуйте. Сварог, скажу что-нибудь приятное. Мада дзитай но сэри га дэките инай га. Соле га аната но таноми нара, ёку ятта, шоужо ё. Сварог, ясашку натта не. Хонто ни? Бокта чи яку ни татта? Ятта! Коре даке но паарцу га ацуматта но нара, скунаку тому хагурума то чие но дайтай но коузоу ва... ただ、あの二人の子供が言っていたことが気になります。どうやらこの集落でも展示品の窃盗に関わった人物が活動しているようですね。すぐにシルバーメインと遅延に連絡して、ここを徹底的に操作してもらいます。エルファンタズム、だろう。これ以上時間を取って、защищенная зелья будет。 25 штук. Онэ-сан, それからペラ-онэ-сан, 最近
集落の皆さんがよく笑うようになりました。クラーラはスワローグと一緒にこの平穏を守っていきたい。ようこそ外から。それはあなたが観察を経て出した結論だろう。私の直近の各感情パラメータに変化はない。だがあなたたちの認識が一致しているのなら、それはおそらくアルゴリズムの範疇を超えた力が。奇妙な感覚ではあるが、悪く。Брутальный. Так, вернитесь в музей. Ой, тяжко стримить после того, как в зал сходил. Восстановить шестерни. Ну да, выглядит сложно. Давай разберем, соберем заново. Мне так понравилось. Хагурума то Чие という目玉展示品を取り戻せましたし、もし今でも博物館の経営に興味があるのでしたら、私は引き続き他の盗難品の調査に移ります。なんだかもうすぐ黒幕にたどり着けるという強い予感がします。Окей, ну довольно быстрый кусок квеста сразу Клару наняли. Из-за промышленности мы поехали.Курарова Ханареру Мьюзеума Нефритик Нефрит. Здесь еще ничего не, это не открыто. Правление музеем. Третий зал. Давай сюда Курару Наташу. Что здесь 12 тысяч? А, я случайно, я хотел еще покликать кнопочки, ну ладно. Сложнее стримить после зала или не говорить про это каждые 10 минут. Простите, не мог удержаться. Ну тяжко, ну правда. Ого, Перкинс пришел нам помогать внезапно. Так, ну он не пришел, наверное, сам. Его, наверное, надо нанять. Улучшите зал промышленности до 4-го. Выполните управление один раз. Ладно. Когда ты устал, то ты обязательно каждые 10 минут будешь говорить о том, что устал. Это неизбежно. Вот и я согласен. Обнаружен кандидат Хук. Знания 0. Время и что там еще. Да. Так, поехали. Смени синих чего. Мне так лень. Так, Хук, хочешь поработать волонтером в музее? Это место, которым выставляются предметы, имеющие культурную ценность. Идеальное место для большого приключения кротов. Почетные соратницы, пошли. Муж, какой еще муж? Муж Курага. Разве не ты так сказала? Неужели ты забыла? Хочу пойти в эти волынь. Что за волынь? Волонтеры, не нужно патрулировать над великой Хук. Так, тебе нужно заполнить анкету. Дать Хук анкету. Писать тут ответ на вопрос. Ха, смотри, учись. Хук. Охрана мира и порядка в Камнеграде. Великие приключения кротов. Могу бить негодяев. Мы справились на раз-два. Поехали.
Чё, зачем что-то менять? Эй, это была сапка, я не услышал сапку. Андрей норм. Андрей, норм сапка. Спасибо. Спасибо большое за поддержку. Спасибо еще раз за подсказку. Раз 10 пробовал пройти, да не проблема. Тебе спасибо. Типа, ваши вопросы мне не сложно ответить. Спасибо. Что смотрите стримчики и за поддержкой? Как будто тут 10 клиник поместится. Эрис, вот новое резюме. С тобой сегодня такой славный ребенок. Я Хук Великий Мрак. Прошу Пева посмотреть твое резюме. Ты не Клара, одна из наших почетных соратниц. Ты тоже хочешь стать волонтером? Ты что здесь делаешь? А где Пела? Просила сегодня провести собеседование. А что сама-то не пришел? У нее есть другие дела. Проверил анкету, решил, что та подойдет. Так что она доверила мне остальной процесс. Окей. Да, я сразу тебе помогу. Давай начнем. Что такое собеседование? Разве я не могу просто стать волонтером? Сама не уверена. Пиал говорит, что собеседование — способ узнать, подходит ли человек для работы. С помощью разговора лицом к лицу. То есть нужно просто болтать, а не совсем. Я отлично понимаю, что такое собеседование. Давай начнем. Дело принимает причудливый оборот. Я привожу все усилия. Странно, что это я сейчас говорю. Я начну задавать вопрос по анкете. Ты готова? Погоди минутку, мы в надмире, но ты все равно должен называть меня Хук Великий Мрак. Чего? Великая Хук права. Сестричка Тиана, и ты туда же. Хочешь, что ты волнуешься. Хорошо, я проведу собеседование за тебя. Внимательно слушай вопрос Клара. Вопрос первый. Почему ты хочешь быть волонтером в музее? Ну, что мне делать, сестричка Тиана? Отвечай на вопросы честно. Не волнуйся, у нас тут просто дружеская беседа. Собеседование так работает, ладно. На самом деле это из-за того, что я помогла Пеле и сестричке Тиане раскрыть дело пропавших экспонатов. Пела, оцени его мои способности. Предложил, чтобы я стал волонтером, я лидер кротов. Ничего не знал об этом, я пренебрегла своими обязанностями. В любом случае, этот пример показывает твои способности. Ты помогла найти пропавшие экспонаты. Ты отличный экскурсовод. Знаешь, какие у экскурсовода обязанности? Расскажи, что знаешь. Наверняка ты знаешь больше, чем Хук. Сказал что-то странное. Обязанности экскурсовода. Отвечать на вопросы, помогать каждому узнавать о музее, заботиться об экспонатах. Прекрасный ответ, да? Прекрасно проводишь собеседование. Клар тоже отлично справляется. Каким же он будет? Давайте на этом закончим. Поздравляю, Кварость, я отличный волонтер. Но я ведь уже волонтер. С помощью кротов этот музей скоро будет полон жизни. В каком-то смысле ты права. Я возьму Хук и подготовлю ее к работе. Спасибо, что помогла. Да ерунда. Не забывай заходить по счету соратницы. Сколько еще осталось? 4 смотрителя. Так, нужно зал промышленности качать, да? 40 тысяч. Вообще не вижу, где эти соратники. Надо забирать кого-то скиллового. Клару, например.
Ну-ну. Скилла не хватает. Помогите. Ой, какая разница. Не знаю, зачем я это делал. Проверь найм. Так у меня денег нет, чтобы кого-то нанимать. Тоже нет хук. Жестко. Так, нам нужно 28... А, 40, по-моему, есть, да, за промышленность. Как-то... фотоаппарат или что это? Да не хочу никого покупать. Не хочу. Зачем ты вернулась в мастерскую? Так, что там отреставрировать артефакт? Давай. Отчитайтесь Борису. Да знаю я, что их можно покупать, но как... зачем они мне? Терминал автоматона. Требования к привлекательности сокращены на 5%. Еще дальше не туда захожу, это все потом. Найм персонала. Герти Федора. Ладно, они довольно скилловые, можно их взять. Главный зал, интерьер. До какого? До 7-го. Блин, Перкинс, кстати, тоже довольно скилловый. Всегда только центрального не хватает. Образовательная ценность — это что-то сложное. Они будут в залах появляться, с ним можно болтать. Платная реклама, случайное событие. Эрис полагает, что вы сможете привлечь еще больше посетителей из надмирья и подземья, если распространить рекламный материал на улицах. Если затея будет одобрена, то через 3 дня управление музея получит фонд на 15 больше. Ок. Так, нам нужно интерьер качнуть, надо 7-го. Не знаю, как этих поднять. Привлекательность убирать, то есть хук. Зачем я его брал? Какая разница? Кто там был? Да. Парарарам.
Прогресс восстановления. Так, ну давай начнем миссию. Опять картина, опять этого Репина искать. Репинина. Репинини. Картин не хватает. Сходи в большую шахту. Репини именно там. Хорошо. Тур-тум. Вот твои саламандры, как и просил. О, у меня и правда есть. Какой аромат. Это же печеная на камнях саламандра. Уминает целую саламандру. Как бы странно эта еда не выглядела, но вкус у нее отменный. Спасибо, добрая незнакомка. Благодаря тебе я вновь полон творческого вдохновения. Где-то я тебя уже видел. Ай, ладно, забудь. Меня зовут Репини. Добавлю завершающие штрихи. Вот, готово. Это будет называться труженики. Значит, ты пишешь картину только ради денег. До встречи, подруга. Okay. Кажется, эти чаевые тоже достанутся мне. Как тебе Вельт? Вельт крутой. У меня вчера Вельт в забытом зале замедлял то ли роботов, то ли элементалей на 220 ходов вниз, пробивая уязвимость. Элементали, по-моему, да, были какие-то? Не помню. Огненные. Да, огненные эти с топорами. Ну или мечи у них гигантские. Труженики, значит. Ага. Хорошо. Ру-ру-ру-ру-ру. Вот, правда, сервал стоит. Хочу получить мой автограф. Ней. За все управление получаете на 5000 больше. Фига себе. Платная реклама. Улучшите главный зал экстерьер до 11-го. Чем мне вначале вот здесь надо разобраться. Девушка, которая только что вела экскурсию, можно ваш телефончик? Сервал подкатывает. Че, сколько еще можно поделать? Случайное событие. Получить новые подсказки. Завершить миссию реставрации экспонатов, чтобы получить антикварную лампу. Ладно. Давай. Сходи к Борису, да? По-любому к Борису. Ну, конечно же, Борис. Кто бы сомневался? Mm-hmm.
Максим Макавай, ну это не чайник. И в Геншине был такой ивент. А, или ты имеешь в виду, почему в Геншине не было настолько хорошо, как тут? Ну да, здесь было, здесь гораздо больше контент. Но это типа, блин, не знаю, да. Да, в Геншине ивент абсолютно урезанный какой-то был. По сравнению с тем, что в Ханкай, ну, не знаю. Ни то, ни другое все равно. Так себе. Турум, тум-тум. Здорово, Мерсер. Маня. Ляски ловая какая. Ну да, там еще миллион других мини-игр был. Ну, как обычно. Наверняка 30 это последний, нет? Ну, все равно не хватает. А вот еще. Геншин бета-тестил ивенты для ХСР. Есть ли смысл шанс попадания эффектов для волка больше сотки? 100 по логике же гарантированное вешание... Нет, это не так работает. А, тебе нужно довольно много на самом деле. Да ладно, мне вон единички волн не хватает. Нужно около, ну вот, от 70, наверное, плюс-минус. Может и все 100. С образовательной ценностью, конечно, везде проблемы. Стоп, а я интерьер качаю. Надо было экстерьер, я тупой. Я не то делаю. Нет, ивент еще не полностью вышел, нет. Марандара, привет. Здорово. Я бы 4 на по... Диабло на PS4 норм идет, а вот это вот без понятия. Так, чули. Здесь пеле делать особо нечего на самом деле. Когда закончится шкала общего показателя реновации, тогда и заканчивается следующий нынешний этап. Ну вот, ясно, понятно. Я успел открыть еще какую-то Воллиса. Фига себе, блин, статы. Жестко. Рез для прокачки артов. Бурное развитие. Все чутка осталось, да? Но это уже, видимо, завтра.